Рад, что вы присоединились к нам, приняли участие в турнире. Хочу сказать, что вы знаете, что спортклуб КПРФ проводит соревнования по различным видам спорта, но знаковым является вот этот турнир «Таланты России», потому что в далеком 2003 году наш спортклуб начинал свой путь именно с мини-футбола. В мини-футболе мы достигли максимальных успехов. Хочу поблагодарить руководство партии, которое всегда поддерживает нас, всегда приезжает на этот решающий турнир, лично общается с каждым из вас. Как вы помните, в конце мероприятия будет фотографирование и личное общение. Поблагодарить Ассоциацию мини-футбола России. Она всегда поддерживает нас во всех наших начинаниях. Также хотел сказать, что, ребята, на самом деле и вам повезло, что вы знали, желающих участвовать в этом турнире было намного больше, чем на самом деле сейчас стоит в этом зале. Еще хочу отметить, что в этом сезоне мы немножко изменили регламент, и каждый из команд сыграет минимум 5 матчей. Поэтому, если вы вылетите на предварительном этапе, абсолютно не расстраивайтесь. Имейте в виду, что здесь присутствуют профессиональные тренеры, которые следят за каждой из команд. И у каждого из вас будет шанс попасть в большую команду мини-футбольного клуба КПРФ, который играет в высшей лиге и играет в суперлиге. Так случилось с представителем команды Липецка в прошлом турнире. Олег Кручинин у нас теперь играет в суперлиге. Так случилось с представителем Сэмом Бадердином, который сейчас играет в высшей лиге. Так что, ребята, имейте в виду, даже если вы играете не за самые высокие места, у вас есть шанс попасть на большой мини-футбол. Все это, кстати, на самом деле происходит благодаря тому, что мини-футбол в регионах КПРФ очень широко развит. Я смотрю, команды растут, мастерство растет, поэтому я вас сейчас дружно призываю поаплодировать всем нам, поаплодировать спортивному движению КПРФ, которое растет.